Бусурман Кулсейтов, житель Узгенского района, занимается сельским хозяйством 20 лет. В этом году он засеял больше гектара ячменем, сейчас готовится возделывать рисовое поле. На сельхозработы в этом году он взял 250 тысяч сомов кредитных денег по льготной ставке под 6% годовых. Я получил кредит в 250 тысяч. 12 апреля получил остаток денег, купил семена и удобрения, вспахал землю, к 5 мая закончу сев. В этом году в Узгене заявки на получение льготных кредитов подали более 800 фермеров. Все получили необходимые разъяснения от сельских управ. Условия выдачи льготных кредитов в этом году более строгие, для того, чтобы они попали точно к тем, кому необходимы. В начале года мы организовали встречи по расписанию. Мы собрали людей, а разъяснительную работу провели сотрудники банков. Мы также отправили информацию в группы WhatsApp в каждом селе. В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства 10 на кредитование» в Узгенском районе выделяется порядка 93 миллионов сомов. Эти деньги дыхкане могут получить через АИЛ-банк и РСК-банк. Средства предоставляются только по электронной очереди на основании специального постановления. Изменить его или выдать кредиты людям, не стоящим в очереди, невозможно. Мы предоставили кредиты в общей сложности 50 фермерским хозяйствам для сельского хозяйства, животноводства и семеноводства. На сегодня сельскохозяйственные работы в Узгенском районе выполнены на 70%. Все зерновые и готовятся сеять рожь. В нашем районе засеяно 6600 га зерновыми, 4800 га ячменем. 76 тонн пшеницы и 100 тонн ячменя прибыли из-за границы. Их получили более 380 фермеров. В рамках госфинансирования льготные кредиты должны пойти на развитие основных кластеров сельского хозяйства. Всего на пищевую переработку в стране планируется выделить 9 миллиардов сомов. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Эдиль Алиев, ЛТР, Ошская область.